Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Доброе утро, сегодня суббота, сегодня 8 ноября. Вчера мы отпраздновали праздник, день согласия и примирения. Ну, а сегодня, сегодня новый день, и уже появились вещи, с которыми мы не можем примириться и с которыми не можем согласиться. Мы не можем примириться с мыслью, что кто-нибудь из вас сегодня может не выиграть. Но мы можем согласиться с мыслью, что кто-нибудь непременно выиграет в 474-м тираже всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ровно 60 лет назад, 8 ноября 1943 года, Президиум Верховного Совета СССР учредил Орден Славы. Это Орден Солдатской Славы. У нас сегодня в тиражной комиссии кавалеры Ордена Славы всех трех степеней. Командир орудия, артиллерист, кавалер Ордена Славы первой и второй степени Владимир Яковлевич Никишин. Старшина первой статьи, кавалер Ордена Славы третьей степени Владимир Семенович Семенов. Старший сержант, помощник командира взвода, кавалер Ордена Славы третьей степени Владимир Александрович Чурилов. Позвольте пожать вам руки. И я прошу принять наши ордена. Это медаль, выбитая в честь выхода в эфир первой передачи «Русское лото» 16 октября 1994 года. Пусть она займет место в вашей замечательной боевой коллекции. Ну и наш сегодняшний праздничный тираж, посвященный Дню примирения и согласия, мы начинаем с розыгрыша автомобиля Land Cruiser. Вот такие машины разыграем сегодня. Обратите внимание на номер своего билета. Он восьмизначный. Первая цифра 0 в номере вашего билета. Причем я имею в виду любой билет, проданный в любом регионе России. Первая цифра 0. А вторая цифра может быть 0 или 1. Я прошу мою ассистентку, вот все 10 бочонков от 0 и до 9. Мы сейчас берем 0 и 1. Вот 0 и вот 1. И наш маленький мешочек. Сейчас мы опустим бочонки вот туда. Так, я перемешаю. И с вашего позволения мы сейчас определим вторую цифру с левой направо в номере билета, который это 1. Номер 1. 1 я возвращаю на место, и к ним мы досыпаем все оставшиеся бочонки. Вот, пожалуйста, вместе с вами в мешочек все забросим. Вот эти. Вот они все 10. И нам осталось вытащить еще 6 бочонков. Еще 6 номеров. Итак, мы составляем номер билета, который сейчас на наших глазах выиграет Toyota Land Cruiser номер 3. Номер 3. Тройку я бросаю на место. Каждая цифра может повториться сколько угодно раз. Прошу. Так. И это номер 0. Ноль. Вновь перемешиваю. И теперь ваш черед. Номер 7. Номер 7. И второй круг. Прошу. 7. Вновь семерка. Номер 7. Осталось 2 бочонка. Итак, осталось 2 номера. Номер 2. Номер 2. И все теперь зависит от вас. Последняя цифра решит судьбу
Toyota Land Cruiser номер 0, последняя цифра. 0. Итак, я прошу нашу компьютерную группу назвать номера билетов, которые выиграли автомобили Toyota Land Cruiser. Вот такие машины красивые. Номер выигравшего билета 0130770. Давайте поздравим человека, который выиграл автомобиль в этот праздничный день. Ну вот с этой высокой мажорной ноты начался наш тираж. Ну, а теперь мы переходим к розыгрышу нашего призового фонда. Я прошу проверить наличие всех номеров от 1 до 90, переставить их в любом порядке, как вы захотите. А я передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Диана Фадеева. В 474-м тираже принимают участие 1 359 843 купленных вами билета. Призовой фонд тиража составил 20 397 645 рублей. Все ли у нас в порядке? Ну, сколько успели переставить, какие захотели, это ваше дело. Если все в порядке и вы даете разрешение, даете, я подставляю наш игровой мешок. Удачи всем, кто играет сегодня с нами! Ну, замечательно, дело сделано блестяще. Я прошу вас пройти за стол тиражной комиссии и заполнять протоколы. По мере появления номеров. А вот он, наш билет сегодняшнего праздничного тиража. День согласия. 474-й тираж. 8 ноября 2003 года. Вот она, наша игровая сетка. Заполняя ее понемножку, потихонечку, можно выиграть один из самых крупных денежных призов. Ту сумму, которую охраняет наш кот по имени Джек. Джек-кот! Джек-кот составил 24 733 193 рубля. Вот эта сумма. Этой суммой можно завладеть, если первые 15 номеров, которые появятся из мешка, окажутся в числе 30 номеров вашего билета. Тогда вы станете обладателем этой суммы. Вдумайтесь, 24 733 тысячи. 193 рубля! Немало! Ну а в конце игры вас ждет наша мышка-кубышка! Кубышки 611 929 рублей. Это неплохо! А игра начинается по порядку. В любом тираже, в том числе и в праздничном, самого первого тура. Призовой фонд первого тура... 121 тысяча рублей. С этого мы и начнем. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Зачеркивайте в своих билетах номер 74. Номер 74. Номер 74. Вот мне сразу повезло, я вытащил один из самых счастливых наших номеров, потому что сегодня 474-й тираж. Ну, поскольку это удалось сделать ведущему, я, естественно, передаю приз игроку под номером 74. Ему тоже сегодня повезло. Он растерянный от посетившей его удачи. Приходит к столу, вы сейчас получите приз. Я вас от души поздравляю. Вот. Ну вот, практически все, что нам нужно было сделать. Хотите, давайте вы продолжите игру. Давайте. По одному бочонку из мешка. Номер 22, утята. Номер 22. Раз уж вам дали приз, поработайте. Номер 4. Номер 4. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13, внимание. Внимание. Среди играющих билетов 35 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур
выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, нам вполне возможно хватит еще одного бочонка. Номер 58. Номер 58. Стоп, игра. Стоп, игра. Решилась судьба призового фонда первого тура. Спасибо вам. В первом туре выиграл один билет. Билет куплен в Московской области. Его выигрыш 121 тысяча рублей. Аплодируем. И поздравляем человека, который выиграл в Московской области. Номерочек мы забираем, потому что именно этим номером завершилась игра. В первом туре он нам пригодится, а мы с вами играем дальше. Номер 81. Номер 81. Игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 45. Удача. Как вас зовут? Номер 45. Как? Эля. Элеонора. Элеонора. Элеонора, вы вытащили счастливый номер 45. Это для нас один из самых счастливых номеров. Ленинский проспект, дом 45, адрес дирекции Русского Лото. Тот, кто вытаскивает номер, всегда получает приз. Это мобильный телефон, вы его получаете. Вам аплодируют все, кто сегодня в студии. Эля, мы продолжаем игру дальше. Номер 84. Номер 84. И номер 87. Номер 87. Внимание. Внимание. После 9-го хода 23 билета претендуют на джекпот. Итак, есть такие билеты, которые претендуют на наш суперприз. Вы сделали очень важное дело для нашей игры. Получите еще один приз. Эти часы с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». На них написано «Время выигрывать». И, по-моему, это время или для вас уже пришло. Мы аплодируем Элеоноре. Вы возвращаетесь на свое место, а мы с нетерпением ждем сообщения нашей компьютерной группы. Каков призовой фонд второго тура, который мы уже начали? 161 тысяча рублей. Это больше, чем в первом. И это правильно. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Код ваш. Номер 54. Номер 54. После 10-го хода 4 билета претендуют на джекпот. Тем более, номер 78. Номер 78. Претендует 2 билета на джекпот. Номер 85. Номер 85. Игра продолжается. Номер 12. Дюжина. Номер 12. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 26. Номер 26. Игра продолжается. Номер 27. Номер 27. Внимание. Внимание. После 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джекпот. Ну что же, наш код действительно упрям, да нельзя. В этом тираже никому не удалось овладеть этой суммой. Запасемся билетом нашего следующего 475-го тиража. И будем надеяться, что в следующем тираже это получится. А сегодня у нас джекпот! Мы продолжаем игру во втором туре. Код ваш. Ваш номер 68. Номер 68. Номер 38. Номер 38. Вперед и дальше. Номер 15. Номер 15. Прошу. Номер 20 ровно. Номер 20. Да, засмотрелись, ну бывает. Номер 19. Номер 19. Прошу вас. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Номер 1. Номер 1. Номер 33, кудри. Номер 33.
Номер 49. Номер 49. Номер 24. Номер 24. Номер 8. Номер 8. Номер 83. Номер 83. Номер 90, дедушка. Номер 90. Номер 18. Номер 18. Номер 43. Номер 43. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют по 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы напомнили правила. Правила игры. Номер 61. Номер 61 лидирует три билета. Номер 2. Номер 2 лидирует 4 билета. Номер 11. Номер 11. В группе лидеров 6 билетов. 6 билетов. Вы в группе лидеров, вы, потому что вы выиграли наш специальный приз. Барабанные палочки, они в руках у нашего ударника Александра Белоусова. Вам приз. Номер 11. Счастливое число. А игра во втором туре продолжается. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. Лидирует 7 билетов. Номер 65. Номер 65 лидирует 10 билетов. Ваш ход. Номер 46. Номер 46. В группе лидеров 11 билетов. 11 билетов. И это счастливое число. Номер 64. Номер 64. В группе лидеров 20 билетов. Номер 51. Номер 51 лидирует 33 билета. Номер 56. Номер 56 в группе лидеров 53 билета. Номер 76. Номер 76 лидирует 106 билетов. Ну, у вас сегодня счастливый день. Номер 52. Номер 52. Стоп игра. Точно, стоп игра. Во втором туре выиграли три билета. Билеты куплены в Московской области, Уфе и Ставрополе. Выигрыш каждого билета 53 666 рублей. Аплодируем всем трем победителям игры. Ну и, конечно же, вам приз, еще один приз. И мои поздравления всем, кто играл во втором туре и выиграл. Ну, а игра во втором туре закончилась номером 52. Номер мы забираем у вас, а вы тем временем вытаскиваете 4 бочонка из мешка. Игроки под этими номерами. За нашим игровым столом номер 86. Номер 86. Далее. Номер 73. Номер 73. Номер 47. Номер 47. Номер 55, перчатки. Номер 55. Ну вот, у нас полный комплект. Нет, одного человека не хватает. Нет, полный комплект. Сейчас вы получаете приз. Это уникальное лото, которое мы вам вручаем под аплодисменты всей студии. А я с нетерпением жду сообщения нашей компьютерной группы о призовом фонде третьего тура. 242 тысячи рублей. Это еще больше. И мы продолжаем игру в третьем туре. Вперед. Номер 35. Номер 35. Ход ваш. Номер 25. Номер 25. Номер 82.
номер 82. Играем. Номер 30, ровно. Номер 30. Так. Номер 3. Номер 3. Вот ваш. Номер 16. Номер 16. Номер 72. Номер 72. Номер 71. Номер 71. Вперед и дальше. Номер 21. Номер 21. Номер 17. Номер 17. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов два билета имеют 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, мы вспомнили правила игры в третьем туре. Номер 41. Номер 41. В группе лидеров три билета. Номер 67. Номер 67. Стоп, игра! Стоп, игра! В третьем туре выиграл один билет. Билет куплен в городе Йошкар-Ола. Его выигрыш 242 тысячи рублей. Мои поздравления Йошкар-Олинцу, выигравшему в третьем туре. Всем игравшим за столом призы. И, конечно же, вам приз. Вы вытащили счастливый бочонок. Мы аплодируем всем, кто играл и выиграл. И продолжаем нашу игру. Со мной играет Марина Хлебникова. Мариночка, вперед, играем. Номер 36. Номер 36. Игра продолжается. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. 32. Номер 32. Выиграла два билета по 153 650 рублей. Ой, неплохо. Номер 70. Ровно. Номер 70. Игра продолжается. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Выиграла 4 билета по 90 978 рублей. Неплохо. Номер 59. Номер 59. Выиграла 5 билетов по 90 573 рубля. Номер 63. Номер 63. Выиграла 8 билетов по 52 564 рубля. Номер 89. Номер 89. Выиграла 7 билетов по 69 317 рублей. Номер 48. Половину просим. Номер 48. Выиграла 9 билетов по 53 912 рублей. Номер 10. Номер 10. Выиграла 11 билетов по 44 111 рублей. Номер 28. Все на косе. Номер 28. Выиграла 16 билетов по 30 325 рублей. Номер 62. Номер 62. Выиграл 41 билет по 13 412 рублей. Неплохо. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Выиграла 57 билетов по 7 945 рублей. Номер 37. Номер 37. Выиграла 117 билетов по 1 382 рубля. Номер 53. Номер 53. Выиграл 177 билетов по 914 рублей. Номер 40. Ровно, Али-Баба. Номер 40. Выиграла 259 билетов по 624 рубля. Номер 77. Топорики. Номер 77. Выиграла 474 билета по 341 рублю. Номер 88. Матрешки. Номер 88. Выиграла 638 билетов по 253 рубля. Номер 80. Олимпиада в Москве. Номер 80. Выиграла 833 билета по 194 рубля. Номер 34. Номер 34. Выиграла 1877 билетов по 86 рублей. Номер 31. Номер 31. Выиграла 2809 билетов по 57 рублей. Номер 75. Номер 75. Выиграл 4371 билет по 74 рубля. Номер 14. У нас в запасе 14 минут. Если номер 14. Выиграл 6391 билет по 51 рублю. Номер 66. Валенки. Номер 66. Выиграл 10851 билет по 37 рублей. А последние 4 хода вы нам игра напомните. Продолжается. Продолжаем. Номер 79. Номер 79. Выиграла 15003 билета по 37 рублей.
Играем дальше. Осталось разыграть 4 хода. Номер 5. Номер 5. Выиграл 28 711 билетов по 28 рублей. Номер 42. Номер 42. Выиграла 37 650 билетов по 39 рублей. Номер 39. Номер 39. Выиграла 56 818 билетов по 39 рублей. И разыгрывается последний тур. Номер 7. Номер 7. Выиграла 93 330 билетов. Выигрыш по 40 рублей. Марина Игра Хлебникова. Закончена. В мешке осталось 4 бочонка. Марина Хлебникова готовится к исполнению музыкального номера. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. В мешке остались следующие номера. Вот они, всего 4. Номер 23, номер 29, номер 57 и номер 60. Как там наша кубышка? Кубышка разыграна. Разыграна кубышка! Кубышку разделили на 1130 частей. С чем я вас от души и поздравляю. И хочу подвести итоги нашей игры, которая называется «Тысяча». 421 билет выиграл по 1000 рублей. 421 тысяча рублей, если все 7 номеров в вашем билете. Ну что же, дорогие мои, наш тираж подошел к концу. Его завершает Марина Хлебникова. Стеснялся. Чао, чао, чао.